Всем привет, уважаемые зрители! Мы находимся на Николаевской развязке. Это конечная точка обхода Симферополя трассы Дубки-Левадки. Сейчас трасса Дубки-Левадки упирается вот в это вот сооружение, недостроенное. Здесь был путепровод построен в украинское время, но был признан несоответствующим нормам и демонтирован. В марте 2021 года мы снимали здесь демонтаж балок пролетного строения. Кстати, балки все пошли, пойдут в повторное использование, они тут рядом складированы. Ну и сейчас мы видим ростверки, бурнобивные сваи. Вот все это в таком виде сейчас находится. Вот на одной из свай смонтирован стенд для испытаний. Я так понимаю, проходят испытания с целью оценки несущей способности. Потому как здесь будут возводиться опоры, другие опоры, другой конструкции, скорее всего, рассчитанные на большие нагрузки. И поэтому надо проверить все вот эти буронабивные сваи, которые устраивались еще где-то в 2011 году, наверное, а то и раньше. Даже раньше, да, это было очень давно. Вот балки складируются здесь вот на дороге, на подходе к будущему путепроводу, а также вот здесь имеется временная база, где тоже складируются балки. Здесь вот балки, которые демонтировали, они складывались вот сюда. Вот такое вот количество их тут. Ну, на данный момент кольцо не функционирует, а действует разворот вот здесь. И туда дальше это идет к Евпаторийскому шоссе. Дорога – это обход Симферополя. Погода сейчас не совсем благоприятная для полетов, но мы, раз уже взлетели, будем показывать вам. Пошел дождь просто небольшой. Вот они, балки. Напомню историю этого путепровода. Начинали строить его еще, по-моему, до 2010 года при Украине. Очень так медленно, не спеша это все происходило. В 2015, по-моему, году сюда зашла компания некая с двумя кранами РДК-250, которыми они смонтировали недостающие балки и даже замонолитили одну сторону, то есть одну половину путепровода. После чего все это опять встало, видно, пошло обследование, экспертиза на соответствие российским нормам. И выявили несоответствие в опорах. И было принято решение все разобрать, демонтировать. Приступили к демонтажу, по-моему, в начале 2021 года, может, в конце 2020. Я в марте снимал видео демонтажа. После этого демонтировали опоры. И сейчас все вот это хозяйство находится в том виде, в котором мы сейчас видим. Я так понимаю, идут дополнительные исследования, то есть испытания существующих свай, всякие такие дела, на предмет того, что достаточно ли несущей способности для новых опор и для строительства сооружения с заданными нагрузками, соответствующими нормам. Вот такой вот короткий обзор, потому что, вы видите, показывать особо нечего сейчас. Будем следить за объектом, может, скоро будут какие-то новости. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку канала. Подписывайтесь и всем пока.